Сейчас я перейду к тому, чтобы познакомить вас и себя с новым уже урожаем, который продолжает, собственно говоря, происходить. И у нас, скажем так, прижились три из коллекции Superhard. Первый это вот Habanero Hot Lemon, или Lemon, то есть он желтый. Не значит, что у него лимонный вкус. Просто очень напоминает лимонный цвет. Итак, разрезаем. Да, возможно, он пока только в технической зрелости. Вот его сердцевина немножко зеленоватая. Но сразу бросается в глаза такая относительная интенсивность запаха, аромата его. Такая конкретно пряно-фруктовая. И на пробу, на вкус. Я, собственно говоря, с ним довольно хорошо знаком. Приготовил полдюжины разных соусов уже из него. Такой фруктовый с горчинкой. Скажем так, коротко, ясно, фруктовый с горчинкой. То есть горчинка не перекрывает ничего, но она явно присутствует. Фруктовость тоже. Сказать что-то прям какая-то богатая палитра, я бы не сказал. По остроте, ну сейчас вот трудно говорить об остроте, поскольку он не совсем еще в полной зрелости. Ну такая приятная острота, не очень обжигающая, а относительно такая умеренная интенсивность. Может быть, по сравнению с этими каролинами, сейчас мне кажется все уже таким слабеньким. Ну, вот, в принципе, думаю, что неплохое приобретение для коллекции. Но не сказал бы, что это мой фаворит. Я его использовал скорее потому, что у меня закончились два других сердца, которые сейчас я попробую. Итак, следующим будет у нас Раджа Мирч. Кстати, маричи, маричи пала, мы называли вот соусы, маричи или мирчи, это означает перец. А пала, как я понимаю, означает соус, поэтому перцевый соус. Ну, звучит хорошо, маричи пала. Хорошо, приступаем к дегустации, разрезаю. Такой приятный, оранжеватый такой вот оттенок, даже розовато-оранжеватый. А запах, ну тоже пряно фруктовый, даже что-то в нем такое есть, такое какая-то жирность, я бы сказал, есть такая маслянистость, как от хорошего масла ги. Приятный запах. Раджа означает царь, это означает царь перцев, Раджа Мирч. Хотя, возможно, это моя фантазия. Как вы понимаете, я дилетант. Дилета это означает любить. То есть дилетант означает любитель. Фруктово. Такая сладкая фруктовость, переходящая в горечь, но скорее в горчинистость. И затем все начинает просто жечь и перекрывать все остальное. Нет, остается все равно все остальное. Скорее первый уходит горечь, фруктовость таким фоном остается. Ну вот бывает горечь, которая прямо такая вот, вернее, острота бывает такая, знаете, как бы такая вот приятная. Она как бы расширяется. А бывает горечь, которая более острая, как бы колет и режет.
Здесь как бы сочетание этого, но больше в сторону такой более остроты, я бы сказал. Бывает такая женская жжение, острота, которая вот такая, а бывает мужская. Здесь более мужская сторона, но женская тоже в нем присутствует. И в целом впечатление хорошее. Определенно нужно его иметь в коллекции. И я тоже из него сделал немало соусов уже. И могу сказать, что отлично сочетается с самыми разными фруктами, с самыми разными специями. Вот. Так что, раджа мирч. Ну да, и есть разные, сейчас не буду вдаваться в подробности, разные оттенки фруктовости. Но они такие не сильно выступающие, поэтому, прям сказать определенно, это сложно, наверное. Что-то есть яблочное, что-то есть персиковое немножко. В общем, фруктовое. Я бы даже сказал, немножко цитрусовое. И последний, это наш фаворит. Первый урожай был гораздо меньше по размеру. Где-то в половину они были, перчики. А сейчас, вот, переместившись в большие по размеру катки, сейчас они у нас в теплице уже находятся, они теперь вызревают вот такого размера. Такое вот что-то буро, болотно-оранжевое, переходящее в более ярко-оранжевое. Возможно, в технической зрелости более оранжевое. Ну, что такое горчичное, я бы сказал, горчично-оранжевый цвет. И он, как говорится, как любимая жена, говорят. Самый яркий, самый красивый, самый вкусный. Но так ли это? Так ли это? Сейчас посмотрим. То было лето, а сейчас уже осень. Да, уже чувствует запах. То есть активные ароматические масла. Я, кажется, разрезал семена немножко. Да, вот здесь вот пряности прям отдает. То есть горчично, корично. И фруктовость. Поэтому вот это вот на самом деле мой самый любимый, пожалуй, перец. Потому что он со всех сторон просто великолепен. И запах у него просто вот такой согревающий, притягивающий, я бы даже сказал, где-то соблазняющий, украшающий, ласкающий и призывающий. И вкус у него прям в полном соответствии. В полном соответствии. Ну, сейчас мы посмотрим. Потому что прошлый урожай был летом. Потом на какое-то время этот перец замер. Никаких движений. Но после какого-то момента улучшения, удобрения, общения с ними надо разговаривать, сказать, что ты нужен, ты хорош, ты давай, как говорится, расти и плодоносить. Они начинают отзываться. То есть они чувствуют свою нужность, может быть, они чувствуют, что их оценили, и они начинают отзываться, и вдруг начинают взрываться. Сейчас гораздо больше перцев, чем было это летом, хотя вроде бы сейчас более холодный сезон. Но они, видимо, почувствовали отношение к себе. И растения, они эволюционируют при соприкосновении с животными, с человеком. То есть у них появляется возможность, скажем, соприкоснуться с более высокими видами сознания. Особенно, если сознание обращено к ним позитивно. То есть оно радуется им, удовольствие получает. То есть это стимулирует эмоциональное сознание растений. Итак, да, даже вот здесь уже ощущается аромат. Надо сказать, летом был аромат все-таки поинтенсивней, чем сейчас. Но все равно это самый ароматный из всех тех перцев, которые сейчас у меня здесь были.
Бля, и по вкусу, если бы не его жгучий, я просто бы ел бы целиком. Просто ел бы целиком. Просто он очень вкусный сам по себе. Сейчас я бы не сказал, что он очень жгучий. Ну, правда, я не касался самой жгучей части. Просто он как бы насквозь такой фруктовый. Знаете, фруктовый. Но это скорее как фруктовый овощ, чем фрукт-фрукт. То есть нет в нем вот этой фруктовой приторности. Такая есть просто приятная фруктовость. И вкус был совершенно практически без горечи, да, только вот горьковатость, такая легкая, легкий оттенок, светотень. Но никакой горечи, полная, так сказать, как бы перечно-овощная вкусность с достаточно серьезным присутствием фруктовых оттенков. Даже легкой цветочности, я бы сказал. Ягоды я прям здесь не почувствовал, но, может быть, иногда я чувствую, но вот здесь я пока не почувствовал. Хотя есть, ну, скорее вот пряность. Не зря ее называют мастард, а что-то в нем есть такое вот, именно в эту сторону пряности, знаете, когда вот бывает, она как бы расширяет и приятно стимулирует. Ну и можно обнаружить более тонкие какие-то оттенки. Что-то в нем есть, если выдохнуть через нос. Что-то есть такое, шоколадность, я бы сказал даже. Вот. Какая-то шоколадная нотка присутствует явно. И, то есть вкус отличный, великолепный. Очень рекомендую всем. И из него получается просто замечательный, например, мед. Замечательные соусы. Мое первое знакомство с хабанеро было таким. Вот я был в Соединенных Штатах первый раз, мне сказали, что спросили, любишь ли ты острое. Я сказал, конечно, я по происхождению кореец, мы едим самое острое в мире. Я понятия не имел, что то, что я считал за острое, было в 1000 раз менее острое, чем, например, хабанеро. И поэтому, когда мне дали первый хабанеро, я съел вот целиком. Все были в ужасе, потому что все обычно употребляют. Вот отрезают буквально вот ломтик на кастрюльку. И потом говорят, ох, как остро. И когда они увидели, что я бросил целиком. И когда... Ну, правда, я первое знакомство было не в сыром виде, а оно было маринованным в банке. Вот. Называлось Peppers from Hell. То есть перцы из ада. Но меня это не остановило, я был абсолютно уверен, самоуверенно, я бы сказал. И поэтому, тем более, что налили, дело было зимой, налили холодной водки. И вот тогда я услышал сам себя с точки зрения того, что такое первозданный крик. Знаете, вот, то есть я выпил водки, тут же забросил целиком хабанеры, разжевал, проглотил, и тут... Меня просто перекрыло, то есть я не потерял сознание, но что-то произошло, и я просто издал какой-то рык, какой-то прям невероятный там крик, что аж моих компаньонов просто их прижало от моего крика, ну их прижало от ужаса, потому что они примерно представляли, что, насколько это остро. И вот такое у меня было знакомство с хабанеро. Вот. Но, а потом позже уже я нашел уже сырой хабанеро, не маринованный, не консервированный и так далее. И очень просто рад и счастлив, что теперь это можно делать в России, находить в России. Более того, достаточно для этого просто сделать несколько шагов за дверь, потому что благодаря таланту моей прекрасной супруги все эти хабанеро процветают прямо в шаговой доступности. И поэтому я могу продолжить свои кулинарные изыски. Конечно же, я буду пробовать и другие, но этот, пожалуй, надолго останется фаворитом, если не навсегда. Хабанеро мастарда. Хабанеро мастарда. До новых встреч!